Дорогие друзья, в эту прекрасную пору, когда цветет и благоухает вся природа, музыкальный мир отмечает славную дату – 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Его оперы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», фортепианные циклы «Времена года» и детский альбом, симфонические произведения, проникновенные романсы – все это бесценный вклад не только в отечественную музыкальную культуру, но и в мировую музыкальную сокровищницу. Уже более 150 лет Чайковский остается одним из самых известных русских композиторов, а его музыка звучит в исполнении лучших музыкантов мира. Мы, музыковеды, Елена Спасская, Светлана Привалова, Екатерина Демидова, начинаем проект «Чайковский навсегда». Мы познакомим вас с историей создания его самых известных произведений, расскажем об интересных фактах его биографии и, конечно, вы услышите его бессмертную музыку. Thank you.